Так, давай, да, делаем. Товарищ Давай, инспектор. поднимаешь голову, смотри, где дружки твои, рассказывай. И сразу же телефон звонит. Ты даже можешь не занять, смотри. Я занят. Готово? Или можно что-то поразговаривать по телефону. Тебе нахуй срочно дело. Да потом, да. Да. Характер будет. Типа, алло, не, знаешь, потом. Да, потом да. Еще по телефону. Пишешь. Ну, блядь, ты заебал, сука. Просто я фокусируюсь на тебе, а ты поднимаешь голову и уже... Перед что? Ну, тут нормально, снимаю. Ну что, где твои дружки? Я занят. Стукнешь там, типа, не молчи, брат. Давай, смотри. Секунды три. Такой, что ты улыбся? Просто подними голову, посмотри на него, потом уже. Потому что, да. Это улыбка у тебя, видно, что ты... Сейчас тихо. Ты там всю хуйню сделал, пидорас, ты его. Длина. Раненый. Стой, я удалю сейчас. Ты успокойся. Поднимаешь голову, смотришь на него. Что ты улыбишься? Подожди, я тебе расскажу, что делать. Дружки твои, где старшие? Уже так грубо, понял? Давай. Давай еще. Не, все хуйня, давай, по-новому. Я жду тебя. Ближе к стене. И увеличь именно, когда вот сейчас оттеру. Я жду вот это. Именно его. Я жду вот этого серьезный голос из укоржателя. Пишем. Что ты лыбить? Это ты сейчас. Нет, твои дружки. Да нет, это... И вот это же как обезьяна. Должен, блядь, что ты лыбишься. Дружки твои где? Они... Что ты лыбишься? Дружки твои где? Давай. Снимаю. Что ты лыбишься? Дружки твои где? Так, сейчас будем тогда. Хоть их пьем, что потом фамилию, имя, отчество. Да. А, пусть он... Да. Или ты полностью молчать, типа, будешь до того, как зубаты... До того, как зубаты появятся, типа, ну... Ну да. Ты смотришь, типа, сюда... Типа, я буду в ахуе. Зубатого вы убили. Зубатого как зубатого. Зубатого там надо было... Ну его зубаты, да, ты что, зубаты? Просто молчи дальше. Можешь попнуть, типа. Свет не закрывает. Он когда, типа, подойдет, если, типа, так близко, я тоже, типа, встану. Но буду молчать. Пойди. Ага. Что он молчит постоянно? Да, что молчит? Кто зубатый? Да нет, ты зачем сразу кто зубатый? Ты начинаешь, типа, ну, попался или что? Ты должен быть просто. Ага. Что молчишь? На понт меня брать поначалу. Зубатого. Зубатого вы? Зубатого не вы случайно грохнули? Вот, полюбуйся. Типа сарказм, да. Дело на Зубатого. На Гуся. Блядь. На Гуся твоего кореша, который... Потреблял там. На кацапа, которого и уже закинет последний раз. На кацапа, который, сука. Тут уже типа, ну, что-то типа, ну, блядь. Что у вас? 15 лет минимум. И уже можешь встать. Я? Не. Давай, начинаем, с чего молчишь. Давай. Нет, ты не пишешь, ты стучишь дальше ручкой. И смотришь на него, не надо постоянно писать голову. Давай. Чего молчишь? Ты видел его губы, что? Ты молчишь такой. Ничего страшного. Он заманул нахуй. Веди это все по-реальному. Чего молчишь? Не надо в камеру смотреть. Да не смотри, ну это и чё? Ты на камеру, ты посмотри, вот продолжай стучать. Вот, дальше ручка, и смотришь на него. Чего молчишь? Фу, ебать, на птёбе, что ли? Чё молчишь? И опять телефон. Я занят, блядь. Зубатова, твои дружки грохнули. Вот, сейчас покажу тебе дело. Давай. Вот и Зубатова. Вот она, Патова. Почти давай. По кусочкам. Давай. Чё молчишь? Чё молчишь? Блядь, ну так поднимай живот. Я буду знать, что ты будешь назад так отталкиваться.
Давай, стучи ручкой, просто смотри на него и стучи ручкой. Угу. Давай. Чё молчишь? Это резко сильно Давай. Было. Неожиданный звонок. Я сделаю та-та-та-та. И ты резко, я занят, блядь, уже звоню. Да, реально, вот, смотри. Убери его. Я делаю... Вся лесенка будет знать, где ты будешь. Ты должен будешь там цикнуть, чтобы... А, блядь, я сетёк. Телефон услышал, не просто сразу вот. Вот, типа, чё молчишь? Я занят, блядь, сказал. Я сделаю только... Понял, что ты понял про телефон? Ну, я на то звать, ну, убрал. Ты цикнешь, блядь. Давай пишем сейчас, сиди, стучи ручкой, да. Да все, сиди, блядь. Давай работай, сука, нормально, блядь. Сосредоточься. Сначала понял, что молчишь на него? Я делаю. Я занят, сказал, блядь. Пишем. Тогда хоть ты ржешь, меня, сука, тянет за собой. Пишем. Че молчишь? Не смотри в камеру, ты хотел смотреть в камеру. Вижу, я маленький, я же вижу, заебал. Успокойся, пишешь. Стучи, стучи, стучи вот именно, а потом уже поговорим. Смотри на него, не надо смотреть, тебя за фуражки не видно вас. Долго молчать будем, типа. Что сказал? Долго ты еще будешь молчать? Бля, ты заебал! У меня время идет на. У тебя время на сколько, ты, блядь? Ты нахуй, ты нахуй. Иди нахуй, я нихуя не жрал. И долго мы молчали. Ну давай колись. Бля, я не буду нахуй. Я буду в стол. Да, смотри вниз, а ты просто... Я скажу, давай колись, короче, и все. Нет, долго молчать будем. И так именно... Бля, ну что ты трудно вам сказать? Долго молчать. Долго будем молчать. Ну, блядь, мы так долго будем мучать. Давай, Терренс, йоу. Давай, давай, так, ну, на улыбке, когда уже после телефона. Угу. Ну, яблоко, даже яблоко. Видно, как у него ёбнутая эта улыбка. Блядь, ты пинаться! Ебать, это пинаться! Брат, вообще, да, сука, не трогай! Брат, хуя, мать, 3 гера подняли, ебать! 3 гера, нормально, еще 8. Давай! Давай! Память не махважу, да? Пишу. Подожди. Долго мы молчать будем. Занят. Твой дружок. Это я было три. Давай, там не видно, там видно, там видно. Ибо я еще тут нормально снял, на. Что делать мне теперь? Опять эти типа документы, вот 4 платка. Опять сложно? Да, лучше говори, но звук я уберу, ну, бля. Лучше... Опять надо вставать. Это, короче, и, наверное, папки доставать. Давай. А ты смотришь на документы эти, бля. Тут маты. Машина. Ну, короче, маты на последний, пойдем тебе. Давай. 7 минут не хуяли. Он что, узнает его? Не. Ничего не было. Никого не жалко. Ну да, это так. Ну по камерам тут пробивали. Это ж это. Я оформляю и участок. Ничего, мы еще встретимся. Ну, на месте он типа. Да-да, машина уже в участке. Да, он уже здесь. Сейчас будем проводить беседование. Все. Подстава 2. Подними немножко голову, блядь. Ты не умеешь разговаривать.